Сейчас о кадровых изменениях на Кунгур-ТВ. На городском телевидении сменился главный редактор. Место Марата Борисова, занявшегося собственным проектом, занял Вячеслав Горецкий. К исполнению обязанностей он приступил на этой неделе и сразу же с головой погрузился в работу. С непривычки работа редактора может сильно утомить. Приходится держать на контроле все материалы города новостей. Однако Вячеслав успешно справляется, позабыв первые два дня об обеденном времени. С другой стороны, в новой деятельности серьезно помогает опыт корреспондента, ведь за годы, проведенные на ТВ в этом качестве, Вячеслав уже выработал свой стиль подачи материала. Коллектив телевидения поздравляет коллегу с назначением и желает ему успехов на новом месте.